Здравствуйте! В эфире программа «Время жить». Это время для того, чтобы узнать самые последние новости в области медицины, спорта и здоровья. Смотрите сегодня в программе. Сальмонеллез. Как уберечься от этой коварной болезни? Мальчик или девочка? Как определить пол будущего ребенка? Курение. Вредная привычка или зависимость? В настоящее время в Рязанской области осложнилась ситуация по заболеванию сальмонеллезом среди животных. Об этом свидетельствуют данные Государственной инспекции по ветеринарии. Случаи этого заболевания были выявлены у телят в Кораблинском районе, среди диких голубей в деревне Баграмово Рыбновского района. Что нужно знать о сальмонеллезе и как от него уберечься, расскажем дальше. Сальмонеллез – широко распространенная инфекция человека и животных. Заболевание вызывают плочковидные бактерии сальмонеллы. Они обладают способностью к значительной выживаемости. Сальмонелла может попасть в организм при употреблении сырых куриных яиц или термически необработанного мяса. Возбудитель сальмонеллеза, а их несколько видов бывает, они очень устойчивы к воздействию внешних факторов, поэтому сохраняются длительное время на объектах внешней среды. Устойчивы к воздействию температуры, поэтому нужно обязательно, допустим, если яйцо, то оно должно быть сварено вкрутую, да, то есть длительное воздействие температурного фактора должно быть. Если мясо, то мясо должно быть достаточно прожаренным. Без своевременно начатого лечения болезнь протекает очень тяжело и может вызывать опасные осложнения. Как и при всех инфекционных заболеваниях, симптомы сальмонеллеза – это интоксикация, резкая головная боль, повышение температуры до 39 градусов и кишечные расстройства. Человек, если больной, он все-таки обратится за медицинской помощью и получит своевременное лечение. А если такое бывает редко, что заболевание протекает в бессимптомной форме, то есть человек не знает, что он болен. Вот здесь идет выделение возбудителя во внешнюю среду, обсеменение тех вот продуктов, с которыми он связан, и продукт становится потенциально опасным. Чтобы не заразиться сальмонеллезом, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться следующих основных правил. Прежде всего, нужно приобретать продукты только в установленных местах. Обязательно проверять сроки годности продуктов, которые мы покупаем. Это относится как к молочным продуктам, так и к кондитерским изделиям. Безусловно, соблюдать личную гигиену. И хозяйкам, безусловно, следует помнить, что при приготовлении продуктов на кухне следует иметь отдельные разделочные доски, ножи для приготовления сырой и готовой продукции. Карантин по сальмонеллезу крупного рогатого скота был установлен в конце сентября на территории Кораблинского района. Что касается заболевших голубей, то здесь дела обстоят так. Сальмонелла как бы является обитателем нормальной флоры для данного организма. Вот. И человеку передастся вызвать массовое заболевание. В общем, таких случаев описано не было и не регистрировалось никогда. Поэтому эпидемиологическая опасность голубей в отношении сальмонеллеза, как при возникновении массовых там заболеваний групповых, каких-то вспышек, такого не было. И они не опасны, бояться их не следует. В целом, эпидемиологическая ситуация по сальмонеллезу в Рязанской области обычная. Отмечается небольшое увеличение числа роста сальмонеллезной инфекции на 13%, то есть абсолютно незначительно. И случаев заболевания людей вот в перечисленных районах, то есть там не фиксируется ни повышенной заболеваемости, ни групповой, ни вспышечной заболеваемости. То есть ситуация обычная. Тем не менее, об элементарных правилах забывать не стоит. Это профилактика любых заболеваний. Как часто будущие родители гадают, кто у них появится на свет – мальчик или девочка? Теперь этого не обязательно делать. Генетики некоторое время назад научились узнавать пол будущего ребенка по анализу крови матери. Более подробно об этом мы расскажем дальше. Пол ребенка на раннем сроке беременности можно было узнать и раньше. Для этого использовались так называемые инвазивные или оперативные методы. Все они предполагают достаточно сложные манипуляции. На сроках 9-10 недель проводится процедура биопсия Холлина. Аспирация волосин Холлина. Ну, это серьезная достаточно процедура. Это через пункция через переднюю брюшную стенку под контролем УЗИ. Риск повреждения ребенка нет.
никакого, потому что это ребенка не трогают. Но, ну, значит, естественно, определенное вмешательство все-таки оперативное, поэтому, конечно, иногда может с риском, с минимальным, но провоцировать угрозу выкидыша. Вот, но точность здесь это высокая, она где-то 99,9%. То есть близко к 100% это точность определения. В последние годы появилась возможность определять пол будущего ребенка по крови матери. Было установлено, что в ее кровь попадает ДНК от плода. Проблема, конечно, там такая, что, естественно, можно представить, что это нуклеиновый кислот, ДНК их мало в крови мам. Преобладает все-таки там ДНК мамы. Вот. Но есть методы ее выделения, вот, и определение, значит, пола ребенка. То есть специально есть ряд генов, которые определяют формирование пола будущего ребенка. Ну, в частности, самый основной ген – это SRY-ген, который был открыт где-то порядка 15 лет назад. То есть при наличии этого гена происходит формирование половых органов ребенка по мужскому типу. Формирование пола ребенка начинается примерно 6 недель внутриутробного развития. До этого времени все дети развиваются независимо от пола по общим признакам. Сроки проведения исследования по крови мамы обычно проводятся с 9-10 недель. Если делать это раньше, может быть большой процент ошибок. Точность на сроке 9-10 недель составляет свыше 98%. Метод вот этот вот определения пола ребенка в крови, по сути дела, мамы будущей, это значительно более безопасный метод. Это обычно забор крови из вены, который каждый из нас проходит. Уж раз в год, наверное, даже и чаще иногда приходится давать кровь. То есть это уже сейчас по точности примерно сопоставимо. Но по безопасности, естественно, это более безопасно. Определение пола будущего ребенка может дать некоторую информацию о наследственных заболеваниях, а еще чуть раньше удовлетворить интерес будущих родителей, какого цвета пеленки им покупать. Новые, более безопасные методы исследования – это, конечно же, хорошо. Но еще лучше, когда рядом не только исправная техника, но и хороший врач, который не только правильно поставит диагноз и назначит оптимальный вариант лечения, но и вовремя даст нужную рекомендацию или совет. Эта аллея находится на территории городской клинической больницы номер 8. Каждый год здесь высаживают новые деревца. Но не просто для того, чтобы облагородить территорию. Это аллея сохраненных жизней детей, мам которых медикам удалось отговорить от аборта. В среднем, благодаря врачам и психологам такого социального проекта, ежегодно 15-20% женщин все же решаются стать мамами. Евгения – одна из участниц акции. Когда-то она хотела прервать беременность. Потому что так как у меня уже есть двое детей, и сын, и дочь, и вроде как бы, ну, тяжело по нашей жизни еще родить ребенка. Ну, психолог меня отговорила. Ну, не то чтобы она меня отговорила, просто как бы, наверное, все-таки на подсознание я хотела еще ребенка. Ну, в общем, получилось так, что я родила. Теперь ни о чем не жалею, да. Вот такая у нас дочка. Это большое чудо и счастье. В этом году на аллее сохраненных жизней появилось 10 новых саженцев. Это значит, столько детей подарит мамам свои добрые улыбки. Многие считают курение привычкой, полагая, что бросить курить очень легко, что это только вопрос волевого усилия. Однако именно привычка – это та дама, которую труднее всего изменить. Кроме того, врачи убеждены, курение – это определенная форма наркотической зависимости. Так как же с ней бороться? Уже давно всем очевидно, что пользы от никотина, смол и прочих вредных веществ, которые содержат сигареты, мягко говоря, никакой. Однако практически каждую минуту в разных странах миллионы денег в буквальном смысле превращаются в дым. Почему так происходит? Зависимость формируется, с одной стороны, из-за никотина, который, попадая в организм, встраивается в обменные процессы, то есть действует определенным образом на ряд структур головного мозга, да, и формирует обмен таким образом, чтобы человек себя нормально чувствовал, ему приходится систематически курить, то есть чтобы поддерживать определенное количество никотина в организме.
Многие курильщики неоднократно обещают себе на протяжении своей жизни, что обязательно бросят травить себя никотиновым дымом. Однако почему-то не всем это удается. При отказе от курения сначала проявляется так называемый синдром патологического влечения, который характеризуется появлением представлений, мыслей навязчивого характера о курении. Появляется дискомфорт. При более продолжительном воздержании от курения состояние начинает ухудшаться, то есть ухудшается настроение, могут появиться головные боли, неприятные ощущения, там, сухость во рту, сердцебиение, прочее, прочее. И развивается так называемый синдром отмены, который характеризуется тем, что данная симптоматика усиливается. Способов бросить курить описано очень много. Таблетки, никотиновые пластыри, жевательные резинки – все они направлены на облегчение физической зависимости. Это важная составляющая в борьбе с недугом. Однако полноценного эффекта они дать не могут, ведь главное – искоренение психологического страха бросить курить. Физиологическая часть, так называемый синдром отмены, он пропадает где-то спустя месяц. А если это происходит на фоне лечения, то значительно легче и быстрее. То есть не столь сложно убрать вот это болезненное состояние. Сложнее бывает не бросить курить, а воздержаться от дальнейшего, от возврата к курению. Да? То есть вот тут требуется поэтому обычно психотерапевтическая помощь, чтобы уже разобрать механизмы психологические, каким образом человек может осознанно или неосознанно вызывать желание закурить и что с этим делать, чтобы не вернуться к курению. В последнее время очень много разговоров идет о создании так называемой вакцины против курения и споров о том, насколько она может быть действенной. Тут, может быть, не учитывается психологическая сторона проблемы, да, то есть как бы то есть стереотип определенный он остается психологический, то есть мыслительный стереотип поведенческий, и поэтому тут сложно сказать, если не решить данную сторону проблемы, насколько это будет эффективно. Многие курильщики говорят, что сигареты помогают им расслабиться. Но не заблуждение ли это? Некурящим людям не требуется столько раз на дню расслабляться, потому что они не напрягаются по поводу необходимости покурить. Другое распространенное утверждение любителей сигарет, что их привычка помогает отдохнуть в течение рабочего дня. Насколько это в действительности так? Отвлекаясь от основной работы, человек как бы отдыхает. Однако во время курения пульс учащается на 20 ударов в минуту. Сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Разве об отдыхе здесь идет речь? Методы лечения подразделяются на то, чтобы снять физиологическую сторону проблемы, то есть снять болезнь состояния, например, и методы рефлексотерапии, там некоторые другие физиологические методы, лекарственные препараты и так далее. А для решения психологической стороны проблемы – это консультация психотерапевта. Достигать цели можно разными способами. Да? То есть так называемый способ волевой, то есть человек волевым усилием мучается, но не курит и так далее. Но все-таки с помощью процесс отвыкания от сигареты протекает более легко. То есть можно дойти куда-то пешком далеко, а можно добраться на транспорте, что более комфортно и быстро. Лечение оно направлено на то, чтобы человеку помочь легче выполнить свое решение, перестать зависеть от сигарет. На осмысление проблемы требуется время, а еще честность и мужество. Здесь важно понять, какие потребности стоят за курением. Нередко уместно задать себе вопросы. Чего мне будет не хватать, если я перестану курить? И что сможет удовлетворить эту потребность лучше, чем курение? Ответы на них, возможно, помогут двигаться в правильном направлении. В завершение хочется добавить, что на свете живут тысячи людей, которые независимы от сигарет. Они сумели бросить курить и не лишились чего-то ценного в жизни, а наоборот приобрели. Одна из таких важных ценностей – наше здоровье. Берегите его.